Привет. Бывало ли у вас такое, что вам приходилось платить в ресторане не только за себя, но и за женщину, за вашу, и за ее подругу? С тобой, блин, куда не пойдем, вообще ты ничего нельзя что, сделать. Что у нее нет Мы в ресторан, денег. Я за вас еще троих, блядь, плачу. Вы что, охренели, что ли? Тебе сложно за нее заплатить? Нет, мне не сложно, но просто я не понимаю, почему я должен за вас троих платить. Почему я не могу за себя сам платить? Ты должен платить за нас. Она подумает, что ты лох. Все, высаживайтесь, короче. Я пошел домой сам. Не, я в принципе понимаю, как бы гнев парня, да, потому что тут одна халявщица, вторая халявщица, как я поняла, еще одна подруга, то есть там не одна, а две их. Вот. Но зачем девушка таскает везде с собой своих подруг, поскольку отношения как бы между ней и парнем, а подруги у них вроде как своя личная жизнь должна быть. И почему он должен их всех спонсировать и накармливать?